Черный цвет стал самым популярным у автомобилистов Тверской области в минувшем году. Доля этих машин составила почти 19%. Таковы данные одной из популярных платформ по подаче бесплатных объявлений. На втором месте серые – 14,8%. Доля продаж подержанных авто этого цвета составила 14,6% от общих продаж в регионе машин с пробегом. В пятерку также вошли белый и синий с долей продаж в 13,4% и 11,6% соответственно. Кроме того, среди наиболее распространенных цветов в регионе оказались зеленый, красный, бежевый, коричневый и бордовый. Самыми редкими цветами в Тверской области стали желтый, пурпурный и розовый. В последнем случае машин такого цвета зарегистрировано 0,03% от всего автопарка Верхневолжья. Кстати, большинство продаж пришлось на автомобили отечественного производства, и их доля только нарастает.